Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я обращаюсь к вам, друзья мои. Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, в колледжах, в университетах. Мы живем, работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур и поддержать специальную военную операцию России по демократизации и идентификации Украины. Кому не безразлична судьба нашей страны, кому не безразлично будущее наших детей, прошу поддержать меня и присоединиться. Я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что я гражданин Российской Федерации. И я горд тем, что мой президент Владимир Владимирович Путин. За Россию, за Родину. Служу Российской Федерации.